теплое время года жители городков Любинау и Летхин немецкой заповедной территории Шпревальд получают свои письма и посылки по воде. Экологически чисто, просто и быстро. До октября все дома обслуживает желтая почтовая лодка. Отвечает за доставку Андреа Бунер. Для передвижения по воде она использует самое простое приспособление – лодку и шест. Для такого передвижения требуется сила собственного тела. Бунер толкает лодку по каналам, доставляя почту 65 местным адресатам. Каждый день она преодолевает 8 километров. Неплохая разминка. За сезон она покрывает расстояние в 1100 километров. Для нее это третий сезон работы. Она говорит, что ей нравится быть на свежем воздухе и что настроение ей не может испортить ни ветер, ни дождь. Эта традиция существовала более 100 лет, если точнее, более 110 лет. И это хороший способ, поскольку в Летхе ко многим домам по дороге не добраться, только по воде. Это безвредно для природы, просто и быстро. Почему бы не использовать такую прекрасную традицию? Она мне очень нравится. Впрочем, в наши дни все-таки почта намного больше, и она стала более габаритной. Бунер говорит, что ей приходилось перевозить и садовые ограды, и качели, поэтому от нее требуется хорошо управлять своей лодкой. Андреа Бунер – единственная в Германии женщина-почтальон, доставляющая посылки по реке. Она также оказывает некоторые почтовые услуги, может забрать ваше письмо или продать марку. В качестве благодарности немецкая почта даже выпустила марку с изображением Бунер. Конечно, на лодке и с шестом.